Привет, с вами Фуат. Поздоровайся. Привет. И Матвей. Привет. И я. Мы в закулисье, короче. Мы в школе новой. Погнали. Да, мы в школе, в закулисье, понимаете? Закулисье. У нас там библиотека, которая вообще просто. Да, вон. Не, вот там. Вон там, библиотекарь. Там библиотекарь же. Злая, там вроде кто-то идет, но вроде кто-то нету. Мы там уже третий раз были. Пойдемте рискнем. Рискнем, давайте. Ради подписчиков. Просто ради подписчиков контент снимаем. Понимаете? Что мы можем в любую секунду принять это наказание. Ты что, сыкло? Я снимаю все. Все увидят, что ты сыкло. Давайте. Let's go. Нагинайтесь! Нагинайтесь! Мы, я так не устал. Мы устали. Ради вас контент. Матвей куда ушел? Да, вот просто ради вас контент снимаем. Ты не слышишь звук? Ради вас контент снимаем просто. Ради вас. Да. Погнали еще. А, уже звонок. Там актовый зал у нас. А, это одноклассник. А хотя это училка одна вроде. Короче, вот контент такой вот. Мы снимем продолжение в следующий день. Да. Но сейчас может быть еще немножко. Сейчас вы услышите звонок на урок. Пойдем пока что. Что-то посадим. А то мне уже сердце болит. Да. О, что это за подвал такой? Короче, мы блогеры. Новые. Школьные. Ютуб? Я в Ютуб. У меня есть YouTube канал. Тут драка ебаная. Субля. Ой, тут драка. Куда, посмотри в камеру. А, я тебя на 4х снял. На 4х. Сколько можно драться? Там учить. Что мы снимаем? Ничего не снимаем. А ты съемка, ты... камера запрещена. Камеру вырубай! Отойди! Съемка камеры запрещена! Вот камеру нельзя! Потому что хозяин камеры может. Отойди! Боже, эти челики самые тупые! В школе просто, блядь! В школе всегда какой-то трэш, да, Фуат? Короче, вот мы сейчас последний урок истории, мы в 5 классе, если что. У нас сейчас последний урок 6. Это история. А, мы даже на втором этаже. И девочки, вы еще ничего не видели. Да. Ассаламу алейкум. Вот, пойдем. Закулисье в следующем, завтра выпущу. Сейчас будет звонок на урок. Это трэш. В этой школе все говорят про закулисье.